Предприятия Ульяновской области увеличили уровень производства. Об этом было заявлено на пресс-конференции, которая прошла 29 июля на Ульяновском моторном заводе. По данным регионального министерства промышленности и транспорта, Ульяновская область вышла на первое место в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства по итогам первого полугодия 2010 года. Мы сегодня имеем очень хорошие итоги в первом полугодии. Индекс промышленного производства у нас лидирующий, ПФО. Составляет 134,2%. Хотелось бы отметить, что по полному кругу предприятий объем отложенной продукции у нас превысил 62 миллиарда, в том числе по обрабатывающим производствам, это уже более 146 миллиардов. Целый ряд предприятий серьезно увеличил объем отложенной продукции. Есть предприятия, такие как Ульяновский автомобильный завод, который более чем в два раза увеличил объем отложенной продукции. Ульяновский моторный завод, который почти на 80% увеличил объем отложенной продукции за первое полугодие по сравнению с предыдущим годом. И еще целый ряд предприятий, которые очень эффективно отработали. Это предприятие автомобильной отрасли и военно-промышленного комплекса. Большое подспорье в росте производства оказала программа по утилизации старых автомобилей. С начала ее действия продано более 1400 авто. В результате повышения спроса на машины увеличились объемы производства на предприятиях автопрома. В частности, объемы производства на Ульяновском автозаводе выросли в два раза, а на ДААЗе и на моторном заводе – в полтора раза. Кроме того, рост индекса промышленного производства зафиксирован во всех отраслях обрабатывающих производств. По мнению специалистов регионального министерства промышленности и транспорта, уровень производства продолжит свой рост и во втором полугодии 2010 года.